Съемки «Давай поженимся» закончились очередным скандалом. В чем обвинили Ларису Гузееву и Розу Сибитову? Ставшая невестой Анастасия Хиль рассказала в сети об унижениях, которые ей пришлось пережить на съемках программы. Согласно ее заявлению, ведущие Лариса Гузеева, Роза Сибитова и Тамара Глоба за кулисами были приветливы, но как только начались съемки, их как будто бы подменили. Девушка говорит о том, что покинула Останкино с большим облегчением, так как с трудом вынесла травлю от известных телесвах. Лариса и Роза, со слов участницы, потешались над ее внешним видом и высмеивали материальное положение. «Судя по виду, ты жрешь батон с колбасой по ночам. Что тебе эта Москва? Она резиновая? 35 лет? Это уже 40-летняя баба, еще и с кредитом. Зачем ты молодым?» – пересказывает вопросы Гузеевой и Сибитовой пострадавшая. Девушка не ожидала, что беседа с главными свахами страны обернется таким прессингом. В то же время Анастасия осталась довольна тем, каких кандидатов мужья ей подобрала команда программы. «В итоге, даже в опустошенном состоянии я выбрала себе жениха», – поведала она. Правда, по условиям участница телепроекта пока что до выхода программы в эфир не может рассказать, получилось ли у нее построить личную жизнь или нет. А вы смотрите передачу «Давай поженимся»? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!